Друзья, с вами Дукит и канал World of Games, и сегодня мы поговорим о таком сайте, как ARKwiki. То есть здесь данный сайт предназначен для тех, кто только начинает играть. Вот. И тут все подробно описывается, как приручать динозавров, то есть какие есть основы приручения. Также вы можете посмотреть, по-моему, здесь есть даже карта. Карта, сейчас я вам скажу, где вводится данный динозавр, который вам нужен. Вот. Так, это, вот. Взять даже артоплавера какой-то. Вот здесь даже показываются места, я так понял, где больше всего он, то есть, ну, желательно, где его, в каких местах его надо ловить. Это даже просто, я не знаю, ну, это, конечно, очень полезно. Вот смотрите, вот он. Данные динозавры, и все это видно. Да, но это я вам показываю для тех, кто не знает. Здесь же можете опять зарегистрироваться, если вам так как бы нужно. Но я это без регистрации просто зашел. Здесь все подробно, все описывается. То есть какой вам корм нужен, какое мясо, в каком количестве, сколько времени это займет. Потому что при начале игры у некоторых, ну, в основном ошибки делают, то что приручают просто либо рыбой, либо мясом, либо ягодами. Это уходит очень много времени и просто нерв. Особенно на тех серверах, где, допустим, X2 или просто классический сервер. Вот, тут вот, смотрите, анкилозавр. Надо корм дилофазавра, это который плюется. Овощи, вот, междубри и ягоды. Может приручать, вот, видим, какими способами. Дротики, лук, стрелы. Арбалет, рогатка и дубинка, то есть это как его надо вырубать. И опять же оказывается, сколько, поскольку время, вот 19, час, 30, вот. Потом, сколько наркотика нужно, сколько наркорбери нужно. И какой левел, вот здесь, 8, 75, 100, а нет, это, извиняюсь, это не левел. Короче, это указывается корм, сколько корма, вообще, может быть, ягоды. Ты просто перепутал, конечно. Моя ошибка. Просто в некоторых случаях показывается еще какой уровень динозавра. Где-то я видел, что какого уровня, по какому времени приручается. Вот, мы здесь выбираем любого динозавра, какого вам надо. И просто все описывается. И вам нет проблем, вам только надо будет набрать и сделать все, как вам здесь написано. Вот, ну на этом все, наверное. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я надеюсь, в следующем видео сниму опять что-нибудь новое, полезное, интересное. Так, ну, до свидания, дорогие друзья, и до новых встреч, надеюсь. Спасибо за внимание.